Доброй традицией в нашем районе стала выездная творческая акция «В гости к соседу». В ходе этой акции ребята, занимающиеся в кружках при домах культуры, получают возможность увидеть представления и развлекательные программы, подготовленные артистами других поселений. Подробности в материале Андрея Вишневского. Гостеприимная Петровская, крупнейшая станица района, радушно приняла творческих представителей прикубанского сельского поселения. Хлебом, солью встретили дорогих гостей на пороге сельского дома культуры. Для юных петровчан гости подготовили большую оригинальную программу. Мы с большой радостью принимаем участие в этой акции. Она проходит в течение всего лета. Мы уже не первый раз ездим в гости к соседу и с удовольствием готовы радовать наших юных друзей в виде детей. Показываем интересные спектакли. Мы проводим для них интересную игровую программу и, конечно же, знакомим немножечко с историей нашего Славянска и Славянского района. Сначала ребята посмотрели мультфильм, затем они окружили сотрудницу Славянского историко-краеведческого музея, которая представила им познавательную программу о русских куклах. Дети узнали интересные исторические факты о кукле-обережке, об истории ее возникновения, технике изготовления, а сколько новых сведений они получили о матрешках. Детвора ответила на вопросы тематической викторины. Затем пришло время кукольного спектакля «Кот и лиса». Настороженно смотрели дети на действия, живо реагируя на реплики сказочных героев, один из которых, обычный кот, решил стать самым главным среди всех лесных зверей. Это ему удалось сделать благодаря помощи хитроумной лисы. «Погляди, какой ты смелый! Знаешь ли, кто он такой? Котофей Иваныч мой!» «Говори, но побыстрее!» «Из лесов сибирских сам, воеводой прислан к нам, я теперь его жена. Мне тоже власть положена, лучше хвост свой прикуси, да на поклон к нему иди». После кукольного представления была обширная игровая программа. Дети веселились вовсю, отвечали на вопросы, играли в живые необычные для них игры, танцевали вместе с ведущей. Познавательно-развлекательная программа, во время которой ребята соревновались в быстроте, ловкости и артистизме, разгадывали загадки, очень им понравилось. Да и кукольный спектакль никого не оставил равнодушным. «Мне понравилось с друзьями играть в игры. И интересно было смотреть спектакль». «Мне очень понравился спектакль. И игровая программа. В игровой программе мы играли. И мне очень сильно понравилось, как мы делали варенье». Детвора получила массу положительных эмоций, узнала много интересного и с нетерпением будет ждать новой встречи. Этот день, без всякого сомнения, станет для петровских ребят одной из самых ярких страниц лета. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».